Минута в минуту. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, без бумажки ты букашка, говорили раньше, теперь без QR-кода ты... Вот я вот не могу срифмовать. Без QR-кода ты... Ну, есть одно слово. Негода. Ну да, очень плохо выглядящий человек. Из четырех слов. Значение вот этих сертификатов, ковид-сертификатов очень серьезно, ну, практически играет сейчас решающую роль и в получении всевозможных благ, и возможности передвигаться и пособий, которые вот мы уже обсуждали в прошлом часе. Насколько эти требования ковид-сертификатов меняют рынок труда? Насколько мы наблюдаем вот какие-то эти изменения? Где-то, может быть, образуется дефицит кадров? Не секрет, что вот пожарные, например, среди пожарных довольно много непривитых, и в какой-то момент, ну, вот возникает вопрос, хорошо, если их отстранить, может ли общество себе позволить такую роскошь, если вдруг это может привести к человеческому жизни? Ну вот вопрос в масса. Об этом мы хотели поговорить со специалистом по набору персонала. У нас на прямой связи Ольга Коноплева. Здравствуйте, доброе утро, Ольга. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, вопрос, в принципе, прозвучал, тема обозначена, вот эти изменения на рынке труда. Какие тенденции в последнее время, а вы как профессионал наблюдаете? Но если говорить про латвийский рынок или в целом, давайте начнем про латвийский рынок. То, конечно, вообще работодатели не понимают этих вот технических моментов, как действовать. Очень много работы у юристов, но... Есть компании, с которыми я сотрудничаю, которые приняли такую позицию, что не будут ничего делать, не будут требовать. То есть это, ну, их, ну, на их совести. Работают люди и работают, делают тесты постоянные, компании оплачивают. А есть, которые пошли принципиально. Вот закон есть, там приняли, сказали, и они, ну, конечно, их увольняют. Ну... По большому счету рынок разделился, как вы уже сказали, и в основном, конечно, сейчас в большей мере люди теряют работу. Они остаются без работы, но юридически мы подсказываем, как правильно, лучше отстранить человека, чем уволить, чтобы не было судебных там или каких-то юридических разбирательств. А увольняться приходится, то есть, по вашему опыту, слишком много принципиально настроенных людей, которые не хотят вакцинироваться и из-за этого теряют работу. Вы знаете, вот для меня лично это вопрос очень толерантности. Вот как, например, рекрутер, у меня есть такие вопросы, которые я в интервью не пытаюсь задеть. Это вопрос религии, вопрос принадлежности. Сейчас вакцинирование у меня тоже как будто табу. Но меня вынуждают те же заказчики, те же работодатели спрашивать и требовать, чтобы, когда я, например, делаю процесс набора, чтобы у человека была вакцина. Это про Латвию говоря. А за границей уже просто, уже условно ты должен быть вакцинирован, если ты хочешь ехать работать туда. То есть там вообще даже этот вопрос как бы он не является предметом дискуссии. То есть надо и все. Абсолютно, абсолютно. Хорошо. Абсолютно. Тогда возникает вопрос о природе упертости наших сограждан. Ну, если, ну как, у нас принято, испокон веку, честно говоря, будем откровенны, у нас принято смотреть на Запад. А как там? Мы до сих пор, скоро 30 лет в Европе, все равно говорим, а вот в Европе, не осознавая, что мы и есть часть Европы. Так вот, снова на Запад, если одним глазом посмотреть, ну, видно же, что там это требуется, это всемирный тренд, все равно мы к этому придем. Так почему тогда у нас, на ваш взгляд, вот с точки зрения рекрутера, такое противодействие вот этим всем невысказанным требованиям? Провокационный вопрос для меня. Почему? Потому что есть мое личное мнение, да, мои там какие-то убеждения. Есть вопрос, который, ну, для работы. Вот сейчас меня просто начнут так закидывать. Нет, мы спрашиваем вас как профессионала в данный момент. Как профессионала? Ну, я считаю, что я пошла, привилась еще весной, если говорить лично про меня. Не для того, чтобы ходить по ресторанам, а для того, что я приведу пример моего советского детства. Я родилась в 70-е годы. Да? Помните, у нас были прививки, все нам вставили, все мы ходили, и везде были там...
мы не ходили и не обсуждали между собой, зачем это надо, и это не проверено, а кто проверил, и не дискутировали, и не были диванными экспертами. Мы шли, все делали это, да. Сейчас это так все очень панически. У каждого, конечно, свое видение. Можно уйти в лес жить и не отрицать все новое. Мое личное мнение, я сделала прививку, и я считаю, что так, наверное, надо, чтобы обезопасить себя. Я потому что от гриппа делаю, я делаю энцефалита, я делаю все-все, что, в принципе, требует для жизни, и я хочу жить долго, наше здоровье. Ну хорошо, ваша принципиальная позиция понятна. Вы хотите жить как можно лучше, как можно дольше, поэтому следите за собой, за своим здоровьем, в том числе минимизируйте риски, связанные с различными заболеваниями, в том числе с коронавирусом. Сейчас, возвращаясь к профессиональной вот этой вашей оценке, рынок труда. Только что мы обсудили, что достаточно много занимают противоположную позицию с не меньшей принципиальностью. Чем она может объясняться? Потому что статистика, единственные доступные данные, ну, вот какие-то социологические срезы, демография показывают, что наибольшее количество противников вакцинации среди людей с низким уровнем образования. Ну, там прямая прям корреляция. Ваши наблюдения, о чем говорят, доказывают это или есть еще какие-то нюансы? Абсолютно не согласна. И вот сейчас я много интервьюирую онлайн и разговариваем. Я больше сейчас топ-позиции набираю. Они, например, сами говорят, что я пока не привился и прививаться не собираюсь. То есть это топ-позиции. А как раз-таки люди, которые не имеют высшего образования и понимают, что им вот сейчас в системе хорека, там, отели, рестораны и так далее, они идут, бегут прививаться, потому что, ну ладно, это может быть даже процесс не для здоровья, а для работы больше, но они прививаются, а вот топы как раз-таки отрицают. То есть, наоборот, полярно отличается там статистика какая-то от реальной ситуации. Потому что, да, я основывался на данных недавнего опроса СКДС проведенного. Он единственный, который на данный момент, вот, по крайней мере, в открытом доступе и так далее. Хорошо. Кто его делает, простите? СКДС? Кто его делает? Ну, как это называется, компания по проведению этих вот общественных опросов общественного мнения. Почему топы не спешат вакцинироваться? Что их останавливает? Ну, сейчас доступно. Топы работают все дистанционно, многим это хорошо. Ну, вот я вам расскажу, какая ситуация, например. Вот у меня юрист проинструктировал. Значит, есть в офисе, если есть в офисе вакцинированные, мы можем оказывать услуги, мы можем работать. Если люди не вакцинированы, соответственно, я не могу оказывать услуги, я их должна отстранить. Соответственно, у меня, как у работодателя, встает вопрос, что мне с ними делать? Да? А топы, ну хорошо, он же топ, он же мне приносит в бизнесе какие-то деньги, я его отправляю тогда на дистанционку, и ему классно, он же работает, он зарплату получает. Ну, то есть я могу себе позволить отправить его на дистанционку. Ему хорошо, и он и дома, и все, эта жизнь продолжается, зарплата идет. Ну, на дистанционку топ-менеджеров, в общем-то, можно отправить сообразно, ну, не требованиям, а рекомендации того же самого правительства, которое попросило, так настоятельно попросило, мол, ребята, кто может дистанционно, пожалуйста, давайте дистанционно. Это не имеет ни малейшего отношения именно к принципиальному отношению к вакцине. А меня интересует, почему топ-менеджеры не спешат именно вакцинироваться. То, что они сидят дома на диване с лаптопом в обнимку, совершенно не имеет отношения к тому, почему они боятся плечико под вакцину подставить. Но многие убеждения в семье так не принято, не изучено, у меня недостаточно фактов и так далее. Знаете, в нашей стране, в нашей стране просто наше правительство делает все возможное, чтобы люди не хотели вакцинироваться. У нас же все на... У нас нету нормальной информативной... То есть плохая коммуникация с обществом, то есть нету... Абсолютно.
А как вы считаете, вот эти методы кнута и пряника, ну вот где вот сейчас конечно, мы видим ГИБС скорее в сторону кнута, вот это не может ли, ну, тоже сыграть какую-то злую шутку, в том смысле, что, ну, как у подростков возникает чувство протеста, вот когда их там все время, ну, гнобят и без конца пытаются что-то заставить сделать, что они всеми силами противятся? Сейчас, если говорить про молодежь, то они опять, я говорила в одном из ваших эфиров, mm-hmm. что тогда еще нас обманули, и сейчас опять возвращаются, я с молодежью говорю много, опять их обманули, то есть их заставили прививаться для того, чтобы ходить в школу, для mm-hmm. того, чтобы посещать очное образование. Они привились, да, я про подростков конкретно говорю. Я как мама 8-летнего ребенка, я тоже сейчас обманута, потому что мы сидим на дистанционке. Нас опять обманули, потому что нам говорили, прививайтесь, и все будет хорошо. Мы все привились, и что у нас хорошо? Нас постоянно обманывают. Ну да, мы этот вопрос, Олег, прости, перебил. Вчера у нас в эфире был министр здравоохранения Павлюц. Этот вопрос мы ему задали, что, в общем-то, те, кто не только дети, не только подростки, но вот и вы, как мама, и я, и тот же самый мой коллега Олег, мы все привиты, и мы все, в общем-то, разочарованы и чувствуем, как, ну как так, ну вот мы пошли дисциплинированно, укололись, а сидим в локдауне вместе со всеми. Да, это чувство разочарованности, на самом деле, это испытывают все, не только родители определенной части там, детей, вот, что вы говорите. Ну, вы понимаете, еще страшное то, что я слышу от многих, что про если будет ревакцинация, да, многие говорят, что я уже не верю, зачем мне надо, я лучше переболею. Но вот это страшная вот эта мысль, и что можно говорить, что людям легче переболеть, чем ходить в себя что-то тыкать, понимаете, это страшно. То есть это наше правительство и наша вот эта вот вся ситуация довела до таких мыслей. Я считаю, это ненормально. Ну, то есть это вопрос недоверия. Конечно, нас обманули. А скажите, все-таки вот насколько на рынке труда вот есть риск потерять профессионалов, потому что вот все время как будто бы стереотип звучит в том, что ну хорошо, прививаться боятся вот, ну, люди низкооплачиваемые, там, каких-то низких квалификаций, ну и не страшно, вот их жизнь сама заставит, добьет, и в то же время вот мы видим ситуации, как, например, среди пожарных, опять-таки, оказывается, много невакцинированных, и потеря, ну, то есть, если их отстранят от работы, это может привести к каким-то, ну, действительно критическим, чрезвычайным ситуациям. То есть, вот как вы считаете, не потеряем ли мы каких-то профессионалов и не ударит ли это все-таки по обществу? Трудно прогнозировать. Смотрите, если говорить люди по Латвии, они переходят в какие-то строительные работы, да, на стройках, на улице. Я знаю много людей, которые реально с офиса пошли работать в стройку. Я не могу говорить про их убеждения, это из-за прививки или не из-за прививки. Но если говорить про заграницу, вот, например, сейчас все, да, вы видите, что происходит в соцсетях, все улетают, я в том числе, например, я в субботу, все, я не могу. Все улетают, чтобы не сидеть на этих карантинах, там, на этих локдаунах, да. Но там же везде требуют, сейчас вот как Франция, как и многие страны, они же везде требуют вакцину по-любому, то есть тупик. Или ты идешь как профессионал работать непрофессионалом, ну окей, ладно, я, может быть, неправильно говорю, что стройка тоже там профессионализм, да, но там, где не требуют вакцину на сегодняшний момент. Но если ты собираешься ехать за границу, ты подумай, потому что там уже многие страны ввели обязательную вакцинацию. Ну, то есть, хочешь не хочешь, вакцинироваться придется, и лучше раньше прийти к этому выводу и уколоться. Ну, я боюсь, что придется. Но ну, а чего здесь бояться? Мы не знаем, как будет, но, видимо, мы идем к этому всему, да. Ну как, логика же очень простая. Сейчас, ну да, кто-то считает, что он обманут, кто-то относится к этому более лояльно, понимая, что, ну, такая действительно ситуация, и скорее вопросы к тем, кто все это время, уже полтора года отказывается вакцинироваться по любой причине, ну, хотя тоже, соответственно, эта причина задать вопросы, почему они боятся вакцинироваться, почему это недоверие, откуда этот скепсис и так далее. Тем не менее, мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем. До 15 ноября мы все сидим по домам, ну, условно, да, с легким преувеличением. С 15 ноября, дай бог, чтобы с 15 ноября опять не было это все продлено на неопределенный период.
начинают потихонечку выпускать вакцинированных. То есть, вот, например, нас с вами. Но не тех, которые сейчас уже, вот буквально сегодня, сейчас, в данный момент, стоит в очереди на вакцинацию, потому что они еще не успеют получить сертификат, и все равно пару недель будут заточены в четырех стенах. Но уже же заявлено, уже объявлено, что с 15 ноября выпускают только вакцинированных, а невакцинированным к ним применят еще более строгие меры. Ну, то есть, да, это добровольно и больше принудительная вакцинация. Ну, чего сопротивляться-то? Ну, тоже, опять же, аргумент, что не хватает информации, простите, а я его принять не могу. Информации море, просто достаточное количество наших сограждан выбирают не получать ответы на задаваемые вопросы, а скорее находить подтверждение своим каким-то страхам, убеждениям, заблуждениям, теориям заговора и так далее. Ну, извините, я позволил себе высказать свое личное мнение. Ну, так есть, смотрите, у нас у каждого есть какие-то свои... Человек должен верить в что-то. Да? Человек верит в какие-то собственные убеждения. Если ты внушила себе, что прививка, она вредна, и ты живешь с этими убеждениями, и тебе капают... Вот сейчас вот будет массовая же истерия и запугивание, да, в социальных сетях и везде в прессе. Кто-то умирает, мой друг, я слышала, мой знакомый, мне бабка сказала, умер и так далее. Это сейчас будет запугивание, чтобы люди еще больше и больше в убеждениях своих сомневались. Это психология. Да, такое будет. Но есть же сильные люди, которые верят в свои убеждения, будут жить до конца, пока вот уже не домой чуть ли не придут и не привьют. Ну, то есть люди, которые говорят, пока я могу, я буду держаться. Ну, кстати, про запугивание и про смерть, за примером далеко ходить не надо. За последние 2-3 недели, ну не то чтобы прямо в моем окружении, но и среди моих знакомых 3 смертельных случая от осложнений, связанных с коронавирусом. Причем это люди были разных возрастов, разных социальных слоев и разных профессий. А конкретно это был предприниматель достаточно обеспеченный, это был секретарь и чиновник. Абсолютно вот. Разные социальные группы закончили абсолютно одинаково. У нас просто попасть невозможно сейчас, вы понимаете? И мы до последнего держимся. Сейчас невозможно просто попасть к врачу, потому что сейчас все амбулаторно нету, дневных стационаров нету. Как к врачу попасть? Поэтому и все затягивается. То есть ты знаешь, что у тебя где-то болит, но ты думаешь, ладно, рассосется, пройдет, и ты не идешь, не обращаешься к врачу, мы идем в аптеку и занимаемся самолечением. И потом мы получаем вот такое, что от какого-то вируса мы можем и от гриппа также умереть, да, и от этого вируса мы просто получаем смертельные исходы. У меня вот такой все-таки вопрос, вот если конкретно вот возвращаясь уже прямо вот к теме вашей профессии, сейчас вот требование QR-кода, вот ну, COVID-сертификата, насколько оно важно вот работодателя, то есть нет ли такого, что принимают на работу, ну, скажем, менее профессионально подготовленного работника, но с COVID-сертификатом, делая ему преференцию в ущерб, ну, что есть более сильная кандидатура, но у него нет COVID-сертификата. И ну, это вот может именно создать проблему. И? Ну, просто создать проблему на рабочем месте из-за того, что... Ну, именно сейчас так и происходит. Вот, например, есть какое-то производство на сегодняшний момент. Да, вчера говорила с одним заказчиком. И вот у меня, например, на столе лежат 5 кандидатов. Из них 4 непривитых, 1 привитый. Ну, скажем так, себе кандидат, но не такой сильный, как, например, там предыдущие, которые лежат справа и слева. И что мы принимаем? Мы принимаем, у нас безвыходная ситуация. Нам нужно, чтобы работало место. Нам нужно, чтобы человек работал на этом месте. И мы будем приглашать его завтра начинать работать, потому что он менее квалифицирован, но с вакцинацией. Угу. Ну а что делать? Ну а что делать? На самом деле все логично. Это место не должно пустовать, оно должно быть занято, чтобы фирма работала, чтобы оно что-то производило или там чем-то торговало, чтобы платились налоги, налоги, которые идут на содержание той же самой социальной сферы. Ну, мы живем в обществе, мы не живем вне его. Вот вы говорили, да, окей, ну не хочешь, иди живи в лесу.
Кстати, вот про лес. Вот мне кажется, что есть все-таки, вот если мы говорим про упертость, вот именно ведь Латвия стала местом прибежища староверов, которые, не поступившись своими убеждениями, вот они покинули родину и поселились, оставшись вот в своей вере. Вот, ну, я просто говорю... Интересная историческая параллель, действительно. Согласен с этим. А что у нас со временем? У нас есть буквально еще пара минут. Скажите, во-первых, напомню, мы беседуем с Ольгой Коноплёвой, специалистом по набору персонала. А последний пример, который вы привели, как он согласуется? Вы несколькими минутами раньше сказали, что предпочитаете не спрашивать, вакцинирован или не вакцинирован соискатель на какую-то должность. Они, ну, то есть уже люди сами указывают это в анкетах? Но у меня шутка такая есть, которая раньше мы говорили «привет», да, а сейчас говорит «привит». Угу. Но сами говорят. Нет, конечно, если мне работодатель, мой заказчик спрашивает и требует, что ну, я могу взять только привитых, ну как вы думаете, как мне обходить этот вопрос? Естественно, я могу задать, но я это делаю очень дипломатично. Но в основном все сами говорят. Я еще не задала вопрос, а они уже отвечают «привит». Потому что людям нужна работа. Нормальная жизненная ситуация. Какой бы кризис ни был, а работать нужно, зарабатывать нужно. Ольга, огромное вам спасибо, спасибо за ответы на наши вопросы и за то, что обменялись мнениями. Вот такая живая человеческая у нас беседа произошла с Ольгой Коноплёвой, специалистом по набору персонала. У нас очередная пауза, после которой мы дадим жару и року. У нас музыкальный гость намечается.